сказал я не так уж и давно. Мне было 14 лет. А заниматься я начал потому, что, ну, как-то надо было чем-то заниматься. Не просто же сидеть дома и гулять целыми днями. Я раньше ничем не занимался, там, решил сходить, там, у меня друг занимался в этом зале, решил тоже попробовать, ну, и как-то втянулся. Ну, мне было 15 лет тогда, на тот момент, даже, ну, не представлял то, что спустя, там, 3 года буду на таком уровне боксировать. Меня зовут Абдулла Абиделов. Я являюсь главным тренером и основателем клуба «Единоборств Рингтайм». И уже на протяжении 7 лет готовлю бойцов к различным соревнованиям. Мой соперник старше меня на 8 лет. Это говорит о том, что он намного опытнее меня. Но мне это ни насколько не помешает. Я покажу ему, что такое настоящий бой.